Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Silent Hill 4 The Room. И мы находимся в комнате, в которой все очень плохо. Сегодня мы будем пробовать изгонять злых бесов. Для этого нам понадобится свечка. Совет этот мне написали в комментариях, среди прочих, те самые люди, которые, по сути, своими спойлерами очень многое угробили в слепом прохождении. Поэтому в сегодняшней серии предупреждаю за спойлеры, не только сюжетные, но и геймплейные, как вот, допустим, писали очень много про эту куклу, писали про письма под дверью и тому подобное. За такие спойлеры я буду банить, потому что это реально... Так, плохое чувство ослабевает. Должно быть это от свечи. Потому что это реально уменьшает интерес к игре как у меня, так и у смотрящих. Ну, потому что, по сути, это не тупой walkthrough, это именно слепое прохождение, которое не стремится там показать все аспекты игры, стремится показать именно мой геймплей, человека не особо замутненного во всем этом. Сейчас, как вы видите, окошко у нас, часики успокоились. Хорошо. В общем, что у нас происходит? Мы по-прежнему в мире метро, мы здесь находимся с Айлин. Это здесь за нами гоняется Синтия. Хорошо. Так, я думаю, может быть, нам пора взять уже с собой пистолет, потому что мы его бережем, не знаю, уже очень давно. Не револьвер, я имею в виду. Серебряные пули, кстати говоря, они очень хорошо, я так понял, глушат привидений. Ну, даже не знаю. Я думаю, вот этих 110 патронов нам надолго хватит. Топорик мы тогда... Нет, топорик мы возьмем, потому что топориком нужно... кое от кого избавляться. Так, как-то вот так, в принципе. А нет, еще жетон надо взять. Жетоны почему-то я выложил. Эта серия записывается после серьезного такого перерыва. Опять прошло достаточно много времени. Я почитал комментарии, как хорошие, так и те, которые рассказывают суть игры. Вот я не совсем понимаю, зачем рассказывать, скажем, про то, что там через полчаса тебе нужно будет взять вот то оружие и сделать это. Или что ты там, скажем, под кроватью забыл еще какую-то записку. Это же такое прохождение, тут это именно все увидится потом самолично. Так, ладно, давайте выбираться отсюда. В общем, пожаловался на жизнь маленькую, давайте дальше нормально играть. Что больше всего печалит, то, что здесь вот какие-то ивенты, события перестали происходить. Это, по-моему, не очень круто. Я думаю, в будущем все это вернется, но то, как в начале вот эти вот постоянные какие-то... интересные события были. Это было реально очень круто. Так, хорошо. Монетка, которая у меня находится в кармане, ее нужно вставить в торговый автомат, который сейчас, по сути, будет как раз очень близко к нам. А после этого... Я даже не знаю, что мы после этого будем делать, но я думаю, мы разберемся. В принципе, у нас сегодняшняя серия, это очень во многом я... Понимаю, что нужно делать, но не понимаю, как это все именно провернуть, в каком порядке. Бывают такие моменты. Так, хорошо, пойдем вниз. И что мы тут делаем? А, монетку, точно, монетку. С этой стороны у нас King Street Line. King Street Line нам сейчас не сильно нужен. Потому что там тем более тупик еще, по-моему. Хорошо. Так, камера, приди... А, вот оно. Вот оно как раз. Тот самый символ, который... нет, не той кнопкой. Хочу просто вспомнить, каким управлением. А, вот. Как раз тот самый значок. Хорошо. Он выпал из торгового автомата. Взял ключ от места убийства. Так, место убийства. Место убийства. Это у нас что? Где оно у нас? Понятно. Может, мне сначала туда Айлин привезти? Что-то даже не знаю. Я думаю, мы... Нет, с этой стороны мы не попадем. Нам нужно сейчас через этот лабиринт среди вагонов пробежать. Кстати, люди, которые говорят, что, мол, надо Синтию приколотить, я не думаю, что стоит это делать. Потому что она не так уж и сильно беспокоит, на мой взгляд. Так, отсюда мы переходим на ту сторону. Хотя, в принципе, вы знаете, давайте-ка мы сначала сходим сюда. Айлин там пусть себе стоит в безопасности. А мы...
Что у нас там? Подожди, у нас там вагон, и у нас там подъем по эскалатору, который ведет как раз-таки куда нам нужно. Понял. Значит, сейчас у нас все получится. Вот этот вагон у меня плохий. А, кстати говоря, вот сюда, наверное, и нужно будет ту рукоятку вставить. Потом. Так, сейчас мы будем пробовать убивать этих настенных монстров. Потому что топором вроде как должно неплохо получаться. Оп, вошло. Хорошо. Топор вообще универсальный. С другой стороны, оружие ближнего боя, оно все-таки не торт, потому что в такие моменты все-таки шанс, что тебя ударит, гораздо выше, чем... Так, не уходи, подожди. Чем если ты из пистолета будешь кого-то там косить. Поэтому надо на пистолет переходить. Но в данном конкретном случае, я думаю, все-таки надо будет... Тихо. Ай, блин. Да, их разогнался слишком. Кстати, а я не посмотрел, после того, как мы изгнали злых духов из комнаты, у нас восполняется здоровье, нет? В чем прикол сильного удара топором? Это то, что, несмотря на то, что во многом вот из-за бага во время замаха ты не попадаешь по врагам, практически всегда и ты сам при этом недоступен для вражеских ударов. Это полезный баг, но все-таки баг. А баги мы не сильно любим, как вы знаете. Но будем пользоваться. Нам сейчас и так не очень хорошо живется. Так, наверх это место убийства. А что у нас здесь, улица Линча? А что тут? Как? А, тут у нас понятно, тут у нас аптечка лежала. Хорошо. Так, и что нам там на месте убийства надо? Сначала давайте все улики посмотрим. Синтия все это оставила. Пудреница. Что-то ничего-то особо нет, да? Нечего брать. Так, хорошо. Ну, теперь мы... Теперь у нас... Что тут лежит? Рычаг от поезда. Понятно. Рычаг от поезда на станции Кинг-стрит, где мы только что были, где там полно этих призраков. Это похоже на ключ, необходимый для управления поездом. Не, больше тут ничего нет. Я что-то слышал просто про проездной от Синтии, что он где-то здесь лежит. Или я убрал уже. Вот это вот что такое у меня? А, проездной билет, точно. Так, хорошо. А теперь давайте думать, как нам привести Айлин. Так, нет, турникет-то вот. Ну, блин, как-то это все не очень-то прямо сделано, на мой взгляд. Нет. Нет. Не могу выйти, вот зачастую все. То есть я знаю, что это возможно, но оно просто не идет. Поэтому попаримся. Извиняемся, как говорится, за технические сложности. Брюки превращаются. Блин, может отсюда? Да нет, тоже не хочет. Короче, подойдем еще раз к турникету. Вот он у нас стоит. Нет, никак не хочет. Да блин, это, по-моему, не смешно. Давайте сюда попробуем. Вот, сработало. Очень, блин, удобно. Так, хорошо, и теперь мы пойдем. Я бы смог пройти, если бы у меня был. Но он у меня есть. Хорошо, теперь, я думаю, отсюда мы сможем провести Айлин в это место. Но для начала нам нужно будет попариться и провести ее через опять этот поезд. Поезда, которые там стоят, понаставлены, и за нами будет гоняться Синтия. Так получается. Так, я с той стороны или с другой? Да, мне нужно будет провести ее. Это не очень круто. Я пока что больше всего в игре, наверное, это место не люблю. Потому что просто запаришься искать выход. По-моему, не отсюда проход, нет? Я что-то путаю, по-моему. А, нет, 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 все правильно. Здравствуй, Синтия. Давно не виделись.
Иди сюда, родимая. Все, отдыхай. Так, вот, где-то здесь у нас, вот, собственно, где-то вот здесь, по-моему, проход сюда. И теперь мы идем до упора вниз. По-моему, как-то так. Нет, не совсем. Как видите, Синтия при должном подходе, к ней просто подход нужен, тогда она становится шелковая. Сучишь ей топором промеж глаз и больше не шевелится. Отсюда можно было пройти, но здесь, насколько я помню, тупик. Так что нет, похоже. Придется проделать сейчас всю дорогу от начала до конца. Интересно, с этой стороны... А, у меня монетки уже нет. Так, Алин. Давай, хватай свой хлыст. И погнали. Вот нет, чтобы сделать сквозной проход. Это приходится каждый раз так геморроиться. И при этом Алин, что самое главное, она серьезно подвержена влиянию призраков, поэтому может получать от них урон. То есть не сильно убегает Алин. Что-то как-то увидели, она странно по воздуху бегала. Идешь? Идет. Сказали, кстати, те же самые спойлеристы, что когда ей плохо, мол, надо свечки использовать. Так, ты со мной? Ты со мной. Ну, это, в принципе, было и так достаточно очевидно. Достаточно один раз понять просто, что свечки в случае с призраками серьезно помогают. Так, спокойно. Во что ж ты превратилась, Синтия? Так, все, пора валить. Алин, Алин, пойдем. Алин, Алин. Так, я... ну все нормально. Хотел сказать, на секунду спрятался. Думал, сейчас за ней придется возвращаться. Пойдем, родимая. Ты вышла? Ты вышла. Хорошо, так. Че, пойдем? Надеюсь, сейчас вот сейчас, скорее всего, знаете, Синтия появится, как обычно, в самый подходящий момент. Здесь так-то не очень просто вылезти. С ней тут это вообще будет весело качать. Ну вот. Давайте сюда попробуем. Нет. Хорошо. Синтия, отдохни чуть-чуть, пожалуйста. Да, блин. Ну, конечно, начинается в колхозе утро. Да, твою-то мать, отдохни. Я не могу это здесь использовать, конечно. Вот это реально, по-моему, туповато. Блин, был бы меч, я бы его серьезно сейчас приколотил бы просто. Да не вставай ты, ну. Ох, как же это все очень удобно. Вот это вот единственный, в принципе, неотточенный момент в игре, из тех, что я видел. Давай сюда вломиться. Алин! Алин, и так все плохо. Вот, отлично. Фух, это было непросто, но мы это сделали. Пойдем. И сейчас, вы знаете, похоже, что мы весь этот путь проделаем, но уже с девушкой. Это будет не так просто, как было до этого. Вы знаете, по-моему, стоит взять пистолет. Хотя, нет. А, ладно, уже поздно. Алин, Алин, проходи. Так, третий, как обычно, лишний.
Свободен. Так, еще на одного как раз. Давай, давай, спешим. Еще должны быть по-любому. Походка такая, что все очень странно выглядит. Тан-тан-тан-тан-тан. Так, спокойно. Ой-ой-ой, Алин! Да не в того ты целишься! Да? Ну вот это вот как называется вообще? Офигеть, если меня сейчас убьют. Ну... у меня даже аптечки нет. Это все настолько круто. Согласитесь, это было просто прекрасно. Кстати, а вот, по-моему, аптечка лежит, нет? Да, хоть небольшой. Так, и теперь по-быстрому. Нужно просто топить. Не в эту сторону, черт побери. Давай, давай, побежали. Мне вот все интересно, что это там за огромный червь такой? Блин, там Синтия, а с этой стороны еще бегут. Синтия, уйди, у меня сегодня не самый удачный... Да ты... Ой, очень круто. Я не знаю, я просто прорываюсь вперед. Потому что Алин мне вообще не помогает. Если... Да ты посмотри, ну... Ну что, продолжаем. Дубль 2. Теперь-то, я думаю, ты у меня поплатишься за все, что ты со мной сделала. Мне пришлось самого... Ну, конечно. С самого начала идти, да? Так, хорошо, по-быстрому ломаем Синтию. Это, по-моему, единственный момент, где она мне доставляет серьезные проблемы тем, что она до сих пор жива. Потому что ее можно было, как вы помните, приколотить. Так, хорошо, вставляем сюда. Ох уж эти звуки. Поезд проехал небольшое расстояние. Айлин. Просто топим. Какой-то странный меч. Еще один меч повиновения. Круто. Ну и наконец-то мы уходим отсюда, да? Это опять он. Салливан, Салливан. У него к нам явно что-то недоброе. Че это было вообще? Куда он исчез? Один-то со мной. У-у-у, так. Офигеть. Вот хорошо вошло. Давай, иди сюда. На, получи. Что происходит вообще? По-моему, ему нравится. Давай добавим. Может, его мечом? Не знаю, честно говоря, что происходит. Но я думаю, поступаем правильно. Я ломаю его к чертовой матери. Так, все, отбегался. У нас свечки с собой нет, а Алин, между тем, не очень хорошо, поэтому нужно поспешить. Опять спуск. Я надеюсь, тут будет дыра, потому что мне нужно забраться домой и схватить одну из свечек, либо медальонов, вылечить Алин. И не очень хорошо. Мы, кстати, здесь второй раз, и это... Единственное, наверное, место в игре, которое реально напоминает Silent Hill. И вы знаете, у меня есть ощущение, что я до конца игры особо пистолетом пользоваться-то не буду, потому что я уже увидел, что топор просто универсальное оружие. О, дырочка. Хорошо. Надеюсь, там больше ничего не лезет пока. Да вроде, кстати, спокойно. Алина, я думаю, подождет там. Там она уже в безопасности.
Так, никаких писем, ничего нет. Вроде бы нет. Здесь все по-прежнему, соседюшки нормально так отдыхают. Что-то странно, теперь я не могу прочитать описание этих предметов. Говорили, что оно меняется время от времени. Описание, то есть. Ну, ладно, пойдем. Ах, ты посмотри, опять. С часами, допустим, вопрос решили. А что же у нас с окнами? Давайте и с окнами тоже решаем. Заодно уберем вот это, потому что я не вижу в нем нужды. И вот это, потому что я не уверен, что мы еще когда-нибудь вернемся в мир метро вместе с проездным. Так, что дальше? Хлыст нам пригодится. Пистолет в утиль. Если что, то потом можно будет загрузиться и... Так, теперь. Берем одну свечу. И один медальон. Так, ну что, аптечку взять? Нет. Давайте возьмем. Так, для начала я сохранюсь. Чтобы если свечка вдруг потратится, то можно было загрузиться и попробовать поставить на другое место. Потому что я не совсем уверен, куда мне ее сейчас нужно ставить, чтобы вылечить комнату. Тихо. Не могу поставить ее здесь. Здесь не могу. Ну что, здесь? Ну, как видите, сильно не помогает. Поэтому придется загрузиться и попробовать поставить ее где-то в другом месте. Да? Да. Не помогло. Так, хорошо, выходим в главное меню и пробуем по новой. По сути, на сегодня, конечно, можно заканчивать, но я хочу при вас сразу это все порешать, прямо сейчас. Окей. Как же это все сделать, при этом не убиться? Да почему ты не ставишься? А, вот. Хорошо, пошел процесс, я надеюсь. Да? Отпустила? Все, кажется, да? Фу, хорошо, наконец-то вы успокоились. Я бы еще был бы рад, конечно, чтобы в результате всего этого у меня вернулась в квартиру возможность лечиться, потому что со здоровьем все пока что не очень хорошо. Придется аптечку, похоже, применить. Здесь вот это вот единственное мое серьезное разочарование от второй половины игры, а я так понимаю, сейчас вторая половина игры идет, то что, ну блин, ничего не происходит. Именно в квартире. Ну, кроме того, что в самой квартире все становится очень плохо. Так, давайте заглянем, как там дома у Айлин, пока она шлындает по этим потусторонним параллельным мирам. Так, нет, не то. Норм, все так же. Ну и что, давайте на этом закончим, наверное, на следующей серии. Посмотрим, куда нас ведет эта спиральная лестница. И будем вот с помощью вот этого... лечить Айлин. Я думаю, ей поможет. Если не поможет, то будем лечить ее свечами тоже. Но как бы там ни было, это все будет в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.